Всем привет! С вами Кулинарная Гармония и Михаил. И сегодня приготовим очень вкусные и нежные пирожные. Нам понадобится мука, яйца, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель, растительное масло, молоко, сливки, сок лимона, вареная сгущенка, грецкие орехи. Сливки я пока убрал в холодильник, они нам не нужны. В глубокую миску выбиваем яйца. Добавляем сахар. Взбиваем миксером. Добавляем ванильный сахар. Массу взбили. Видите, что есть рисунок, который не сразу исчезает. Какое-то время он держится. Теперь тоненькой струйкой взбивая, добавляем растительное масло. Тоненькой струйкой добавляем теперь молоко. Добавляем просеянную муку, разрыхлитель и на маленьких оборотах вмешиваем. Готово. На противень, застеленный пергаментной бумагой, выкладываем тесто. Я слегка разравниваю, но не на весь противень. Примерно размер должен быть 30 на 40. У меня противень размерами больше. Теперь противень отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 25 минут. Корж готов, даем ему остыть. Тем временем будем подготавливать остальные ингредиенты. Режем грецкие орехи. Формочкой вырезаем кружочки. Диаметр формы я укажу в описании под видео. Из остатков бисквита делаем крошку. Прям руками перетираю. Коржики мы ничем не пропитываем. Они мягкие, не сухие. Очень нежное тесто, очень классное. Сверху смазываем вареной сгущенкой. Сверху присыпаем грецкими орехами. Сливки перелили в глубокую миску и начинаем взбивать. Сливки у нас подслащены, поэтому сахарную пудру я не добавляю. Если уже у вас сливки пресные, то на это количество сливок добавьте 60 грамм сахарной пудры. Взбивал я примерно минуту. Теперь добавляю лимонный сок и продолжаем взбивать. Вот смотрите, они держат форму.
не опадают. Взбивала где-то примерно несколько минут. Но зависит от мощности вашего миксера. Сливки перекладываю в кондитерский мешок. Теперь обсыпаем крошкой. И точно так же делаем все остальные пирожные. Ну что, давайте попробуем. Смотрите, какой он нежный. Класс. Пирожное очень вкусное, нежное, ароматное, бисквит просто тает во рту. Отличное сочетание всех ингредиентов, которые превосходно гармонируют между собой. Рекомендую обязательно приготовить. Такое пирожное готовится легко и просто. Понравилось видео, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на наш канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий новый интересный рецепт. А также делитесь рецептами со своими друзьями. Пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на наш инстаграм и тикток, там более короткие видеорецепты. Ссылки будут внизу под видео в описании. Приятного аппетита, всем пока-пока и удачи!